Всем привет! С вами Гару, и вы смотрите пилотный выпуск нашей передачи, посвященной играм. Да, точнее их прохождению. Долго я искал способ, как, собственно, эти игры самые проходить, и вот нашел. Те, кто смотрел мой недавний стрим, наверняка уже ознакомились с идеей. Не знаю, понравится она вам или не понравится, чем-то она напоминает летсплей, но я, в общем, планирую все-таки некоторые игры пройти, выпуская вот короткие 15-минутные серии ежедневно. Мне это так будет проще всего, да и вам удобнее. То есть зашли, посмотрели, зашли на следующий день, опять посмотрели. То есть и без перерывов, и никаких проблем, и не надо будет писать «Гара, сволочь, давай там продолжение South Park, где Valkyria Chronicles, почему Final Fantasy не допрошел». Мне так будет удобнее, к тому же записывая игры, где требуется перевод, вроде той же Final Fantasy, Valkyria Chronicles, Tales of Grace и так далее, и так далее, и так далее. Мне будет проще их переводить, потому что не надо будет делать это вживую, не надо будет следить за чатом, игрой и кучей другой фигни одновременно. Ну что ж, давайте приступим. Ах да, чуть не забыл. Пилотных выпусков будет несколько, и я предлагаю вам проголосовать и, собственно, выбрать первую игру, за которую вы хотите посмотреть в прохождении. Я выбрал несколько игр, которые мне попались под руку первыми. То есть, и предлагаю вам проголосовать лайками за ту игру, которую вы хотите, собственно, увидеть полное прохождение. Думаю, это будет наиболее интересный для вас вариант. Ну и мне также на заметку, что вам действительно интересно. Ну а теперь точно начинаем. Так, поехали. Еще одна игра, которую я выбрал, это Beyond Two Souls. Я уже как-то ее стримил, многим понравилось, причем стрим у нас был оригинальный, я специально замьютился, микрофон выключил, и народ смотрел как кино, многим понравилось. В данном случае попробую сделать нечто аналогичное, поменьше болтать, побольше слушать, потому что в игре куча всяких диалогов, и в них надо вникать. Ну что ж, давайте начнем. Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю.
Идут. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Да, судя по тому, что нам 5 минут показывали кинцо, я думаю, вы уже догадались, что игра от тех же ребят, что создали Heavy Rain или Фаренгейт, ну а именно Quantic Dream. Да, кинца в игре куча просто, и это еще не конец. Ты где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Да, как и в Heavy Rain, можно. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграть. С различными предметами взаимодействовать можно. То есть куча таких мелких приколов. Причем, если уйти отсюда, потом это уже как бы все. Сцену не повторить. Я знаю, ты устала, но это очень важно. Ладно. Идем, подозрительный товарищ. Ну, кстати, мультик на экране, обратите внимание. Пишем в комментах, что за мультик. Я, кстати, такой не смотрел. Но выглядит забавно. Интересно, тут целиком? Ладно. Мультики мультиками, но мы все-таки за игрой пришли. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Да, для тех, кто еще не догадался, нам, собственно, показывают детство Джоди. Главной героини игры. Эй, Коул! Привет. Привет, зайка.
Какая ты красавица. Офигеть. Ну, кстати, вот мы этот... Мы пришли. Кстати, вот этот момент с тем, что повествование довольно рваное, нас постоянно кидает по различным временным отрезкам. Привет, Джоди. Из истории Джоди. Хорошо. Вызывает много вопросов, на самом деле. Не всем это понравилось, и мне в том числе. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Ну, что-то не выглядит она счастливой. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Подозрительные товарищи, на мой взгляд. Куча камер, девочку. Эй, Джоди, слышно меня? Какой-то шлем одели. Пожмем плечами. Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Ну давай, давай, готовы. Наша девочка экстрасенс. Давай. Ну что, поехали. Первая. Угу. Дальше. Угу, квадрат. Ну все пока довольно просто. Там крутой экстрасенс. Нам бы на передачу. Ну там реально зажгли. Эй, блин. Ну что ты ее так закрываешь? Что там за карта? Волны. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Легко. Интересно, чем вообще мы вот управляем? Так, удерживайте. Хорошо, Джоди. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Я бы на месте этой женщины тоже бы прифигел. Немножко побушуем. Ну все, простите, я не могу. Ладно, Джоди, спасибо, мы закончили. Тут заперто! Говорите, нам открыто! Выпустите меня сейчас же! Спокойствие, Кэтлин! Откройте. Почувствуй себя привидением. Остановись! Хватит, Джоди! Мы закончили! Прекращай! Не могу! Он не слушает меня! Он меня не слушается! Он? Спокойно! Мы идем к тебе! Поймали ее!
Так, что еще бы сломать? А, во, удушение. Джоди, все хорошо, не бойся. Все прошло. Опасный у них эксперимент это. Это никогда не пройдет. На этом в данной серии, наверное, все. Ребят, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, было интересно. Не забывайте ставить лайки. Какое видео из пилотных наберет больше лайков, ну, эту игру мы и будем проходить на стрим. Не на стрим, тьфу-тьфу-тьфу, а вот с таким вот, такими вот летсплеями. Еще раз спасибо, что смотрели. Всем пока.